Я сосна, я сосна. Вызываю третьего, вызываю третьего. Третий. Даю 17-го. Третий слушает. Товарищ третий, докладываю обратно. Продолжается безобразие. Какой курорте? Что? Опять рапорт будешь писать, писатель? Пью, товарищ. Да ты что, Восков? Я 4 дня назад тебе нового прислал. Товарищ третий, докладываю обратно. 3 дня солдаты отсыпались, присматривались. На 4-й начались безобразия. Обратно 4 июня. Я вот тебе выговор обратно хочу, Восков. Есть, товарищ третий? Безобразие. Ладно, будут тебе не пьющие. Военнослужащим женского пола разрешается стирать ее на всех фронтах. Ну и хоть их тело кляду. Только свяжись.
хихикать будут до осени. Продолжай. А кукарача, а кукарача. А ну-ка, девочки, загорай. Ты, мать честная, а? Хоть бы завершали для приличия. Так нет же, затаились. Приходится прятаться, как мальчишки из чужого огорода. Девчонки, а старшина-то наш ослеп. Не, он ничего, старикаш. Занятный. Дуры вы все. Ну почему же он старый? У него солидность, не работает. Ой, Лизочка, ему же 32, представляешь? Папа. А? Посмотрим, какая ты в 32 ты будешь, а? Я буду в длинном-длинном платье. Волосы мои будут завиты-завиты, а в них дидема. Чего? Диадема, наверное. Ну какая разница-то? Это такое украшение для артисток. Мне мама обещала подарить. Подъем, подготовиться к занятию. По первому месяцу огонь!
Девочки, смирно. Вольно. Вольно. Гурвич, Софья. Я. Держи письмо, боец Гурвич. А мне? А от кого? Из дома, Сонечка. Что, пламенный привет из глубокого тыла? От него, Соня! От него! От него! Представляешь, как странно! Да что тут странного-то? Это же счастье, Соня! Почитай, а? Никогда не забуду, он был или не был этот вечер. Пожаром зари сожжено и раздвинуто бледное небо. На желтой заре фонарь. В стихах письмо-то что? Да, это блок. Мы с ним на лекциях вместе сидели. Вместе бегали в читалку. В обхват на галерку вместе бегали. А потом меня в парк пригласил. А потом что было? Поцелуи-то были? Были поцелуи. Ну, что потом-то было? Что потом? Потом война началась. Он подарил мне блока и ушел добровольцем на фронт. И вот сам меня разыскал, представляете? Он сейчас в госпитале. Правильно? Как он меня разыскал? Со скуки. Кирьянов, ну зачем так цинично, а? Ну что, это жить помогает, что ли? Сонечка, Сонь, ты ее не слушай, ты ему верь, ему. Спать, девочки, спать! Большая помеха, что человек-то я почти что без образования. Не, ну, читать-то писать это я умею. Счет знаю в пределах 4 классов. Потому что аккурат в конце 4-го у меня медведь отца заломал. Вот бы этим девкам смеху-то было. Если бы они про медведя узнали. Они, небось, этого медведя только в зверинцах и видели. Да. Из глубокого угла коменданты Федот Восков вылез. Они не смотри, что рядовые. Наука. Квадрант 44, уголкинут 50! О! Квадрант. Угол, снос. Это ведь классов 9, если мы-то по разговору видим. Что ж получается, если от 9 отнять 4? 5 выходит, мыслю я. Выходит, что я на больше их остал, чем сам имею. Но кого в этом винить? Разве что медведя того невежливого. Ну, да ничего, ничего. Я ж со своими неполными 4 полковую школу закончил. Кончу. За 10 лет до старшинского звания дослужился. Дослужился. Правда, бывало, судьба флажками-то обкладывала. И 2 раза в упор со всех стволов и саданула. Это когда перед самой финской женился я на санитарке из гарнизонного госпиталя. Такая живая бабенка попалась. Все бы ей петь да плясать, да венцо попивать. Однако я мальчонку родила, Егоркой назвали. Игорь Федотович Восков. Ну а потом финская началась, я на фронт уехал. А когда вернулся с 2 медалями, тут-то меня первый раз и шарахнуло. Пока я там в снегах загибался, жена моя совсем закрутилась полковым ветеринаром. Я отбыла в южные края. Развелся с ней немедля, мальчонку через суд вытребовал и к мамане в деревню отправил. Через год
помер. Вы берегла маманю? Вот после этого я и улыбнулся-то всего три раза. Один раз генералу, что орден вручал. Другой раз хирургу, что осколок из плеча вытащил. Вот за этот осколок мне и поручили этот пост. Да вот хозяйке моей, Марье Никифоровне, за догадливость. Ты чего сделаешь, Федот? Ну, пойдем. Служилась же спокойно, а? Ведь до сего дня спокойно! Смирно! Вольно! Вольно! Здравия желаю, товарищ майор! Здравия желаю! А у вас здоровый коллектив, старшина! Да, женщина на фронте – это объект повышенного внимания. Правда, есть случаи, когда он не выдерживает, понимаешь? Бывает и такое. Бывает. А поездка Мелькова? Кругом? Тут такое дело, старшина. Один из штабных офицеров, полковник, завел себе, так сказать, подругу. Но член военного совета армии, узнав про это, взял его в оборот. А мне приказал подругу эту, ну, к делу определить, что ли. Ну, здоровый коллектив. Давайте. Поехали, Кова. Кругом. Ну вот, я вот как. Боец Камелькова. Евгения. Располагайтесь, боец Камелькова. Товарищ майор. Да. Товарищ майор, разрешите обратиться? Да, пожалуйста. Товарищ майор, отправьте меня на передовую. Я ведь разведчик, а не... А я-то что? Вот врачи позволят, и отправим. На войне восков у каждого должно быть свое место. Ну, гарнизон-то как-то тебя не пьет? Не пьет. Ну вот видишь, добился своего, молодец, вот и порядок. Добился. Да вот у меня где дисциплина, одни сплошные нарушения. А ты поговори с ними, разъясни, то что я тебя как маленького-то воспитываю. Есть. Все, давай действуй. Счастливо. До свидания. И нас не забывайте. Маню болела, очень доучительно пришлось, хозяйка. Я побывала
делами управлюсь. И все думаю, думаю, жду чего-то. Верила, что завтра счастье придет. Вот проснусь, а ну в дверях. Концерт по заявкам. Четверточок, включайся. Он ко мне подходит и говорит: разрешите с вами познакомиться. Я, говорит, известный полярный медведь. Нет, летчик, жить, говорит, без тебя не могу. Прям так сразу сказал. Ну ладно, есть. Вот ты чего? А я ему говорю: дорогой мой, у меня план, у меня будущее. А он что? А он говорит: давай, говорит, с тобой тайно обвенчаемся. Ну, в смысле, разпишешь? А кто говорит мне завтра лететь? Ночь полярная, медведи воют! Самолет, дурочка, ну а ты что? А мне его так жалко стало, так жалко, я ему и говорю: давай. Ну, смелая ты деваха, Галка, у тебя же мама медицинский работник, она вмиг все узнает, я в леденее. Моя мама, в отличие от вас, интеллигентная женщина. Еще раз я услышу о глупости, ты у меня на часах настоишься вдоволь. Пусть болтает. Занят. Девчонки, да? Так если бы по-настоящему влюбились, да я бы и слова не сказала. А вот так вот, шутки ради, не понимаю. Противно. А ты пример покажи. И показала. Девочки, я первая из класса вышла замуж. И не за кого-нибудь, а за красного командира, за пограничника. И более счастливой девушки тогда просто не могло быть. А на заставе меня потом выбрали и записали во все кружки. Через год я родила сына, мальчика, Альберта. Thank you.
сапоги. Я стала проситься на фронт, но меня послали в Киев. А потом отнеслись ко мне хорошо и направили на то место, где погиб мой муж. Знаешь, Рита, я ведь тоже теперь одна. Маму, сестренку, братишку всех уложили. Обстрел был? Семиком состава захватили под пулемет. А меня Эстонка спрятала в доме напротив. И я все это видела. Сестренку последней добивали. Значит, Жень, и у тебя свои счеты имеются. Ничего, сочтем. Да, страшно это дело. Война. Жень, я когда немца располосовала, я потом всю ночь спать не могла. Жень, а как же полковник? Как же ты смогла жить? А вот, смогла. Сейчас воспитывать будешь или после отбоя? Да ты не злись, не злись. Я просто спрашиваю. Знаешь, я его как-то спрашиваю. Лужин, ты меня любишь? А он говорит: да, Женька, люблю тебя, Женька. Ты для меня. А я ему говорю: а за что ты меня любишь, Лужин? За то, что ты Женька, просто Женька. Да нет, говорю, не за это. Просто я от тебя ничего не требую. Вот ты мне любишь. Лужин. Thank you.
Откуда известно? Я сама видела. Двое в маскировочных плащ-накидках. В ружье, боевая тревога! В ружье! Сосна! Ах ты, мать честная, либо спит, либо поломка! Сосна! Сосна слушает! Я 17-й, дай мне 3-го срочно, ЧП у меня! 3-й слушает! Товарищ 3-й! Восков, что там у тебя? Немцы в лесу, возле расположения. Обнаружены сегодня в количестве 2 человек. Младшим сержантом Осяниной. Я тревогу объявил. Думаю, лес прочесать. Ты погоди чесать, Восков. Как они выглядят, немцы твои? Говорит, в маск-накидках с автоматами. Разведка мыслю я. А что ей там у вас разведывать-то? Как ты с хозяйкой в обнимку спишь? Ну чего молчишь, Восков? О чем думаешь-то? Давай поделись командованием. Думаю, ловить их надо, пока далеко не ушли. Правильно думаешь, Восков. Бери 5 человек из команды и дуй, пока след не остыл. Есть, товарищ 3-й. Отделение, становись. Равняйсь, смирно. Построено, товарищ старшина. Строй. Нечего сказать. У одной волосы, как грива до пояса. У другой какие-то бумажки в голове. Вояки. И чешись такими лес. Лови немцев с автоматами. А у них, между прочим, одни родимые образца 1891-го, 30-го года. Осянины? Да. Для выполнения боевого задания отберите 3 человек. Женя, Галя, Лиза. Да погодите, Осянин. Немцев ведь идем ловить, не рыбу. Так что хоть стрелять умели, что ли? Умею, товарищ старшина, умею. Да, и вот еще. Может, кто немецкий знает? Я знаю. Что значит я? Почему не по уставу? Боец Гурвич. Боец. Как по-ихнему руки вверх будут? Хендехоп. Ставить смехи. Верно. Давай, боец Гурвич. Пятерым остаться, остальным разойдись. Разойдись. Становись. Равняйсь. Смирно. Вольно. Внимание, товарищи бойцы. Внимание! Идем на 2 суток, так надо полагать. Поэтому взять с собой сухпайок, патронов по 5 обоим, подзаправиться, ну, в смысле, покушать плод, обуться по-человечески и привести себя в порядок. На все про все даю 40 минут. Разойдись. Осянина Кирьянова ко мне. Значит, говоришь, ты вот в этой дороге их встретил? Да, мимо меня прошли, по направлению к шоссе. Шоссе. А ты чего в 4 утра на шоссе-то делал? Есть вопросы, товарищ старшина, на которые женщина отвечать не обязана. Кирьянова, нету тут женщин, нету. Есть бойцы, есть командиры. Война идет. И пока она не кончится, все пока что в среднем роде ходить будем. Нет, не к шоссе их тянуло, товарищи младшие командиры, не к шоссе. Там еще финскую лес с обоих сторон сведен. Точно. Тючки точно? Да, правой руки несли, тяжелые, отлично упакованы. Тючки. Думаю, тол они несли. А раз так, то путь у них не на шоссе, а на железку, на Кировскую дорогу, значит. Товарищ старшина, так если да, то нужно немедленно сообщить командованию на железную дорогу. Вот, Кирьянова и сообщит. Мой доклад ежедневно 20-30, позывной 17-й. Есть. Осянина, стройте людей. Отделение, остановись!
Больно. Разутся все. Да. У одной сапог на тонком чулке, у другой портянка, как шарфик намотана. Да, с такой губкой много не навоюешь. Ладно, показываю, как обуваться нужно. Портянка наматывается. Три приема. Делай. Раз. Делай. Два. Делай. Три. И заправляй. Обуться всем. Остановись. Внимание, товарищи бойцы. Порядок движения будет такой. Впереди головной дозор в составе младший сержант Осянина, боец Гришкин. За ними в 100 метрах. Основное ядро, я и переводчик. И замыкающая пара, боец Камелькова, боец Четвертак. Идти, конечно, не рядышком, а на расстоянии видимости. Если в лесу немцев увидите или чего необычного, что делать будете? По птичьи, по звериному кто-нибудь кричать умеет? Ставить смехи серьезно спрашиваю. В лесу сигналы голоса не подашь, у немца тоже уши имеются. Я умею, но только по ослиному. Ослы здесь не водятся. Ладно, давайте будем крякать учиться. Показываю. Ой. Так все резинютицы подзывают, товарищ старшина. Верно. Ну, пробуем. Отставить! Ладно, будем тренировать этот вопрос. Внимание, товарищи бойцы! Ежели немцы на железку идут, то озеро им не миновать. А прямого пути они не знают. Так что мы раньше их там будем. Пути нам верст 20, так что к обеду прибудем. Ясно говорю, товарищи бойцы? Ясно! Младший сержант Осянин. Да. Проверить припасы и готовность. Есть. Разойдись. Счастливый вы народ. Уже там война как зайцу у курева. А уж вам-то. Федот Акрамович, вы девчонок не берегите. Молоденькие они совсем. И себя берегите, Федот Акрамович. Вы далеко в лес не заходите, не ровен час еще заблудитесь. На деревьях зарубки ставьте, чтобы с дороги не сбиться. Молочка хотите на дорожку? Ага. Ну что, прощай. Девчонок береги, молодые они еще зеленые. Спасибо за заботу, Кирьянова. Кирьянова, я с Финской войны, все Кирьянова, да, Кирьянова. Меня Зойка. Ну, прощай, Зойка. Ну, вот ты, мать честная, ну, ты неудобно же, а, Марья Никифоровна. Я же вернусь. Вернусь послезавтра, ну, крайний срок, в среду. Ну, вот ты, мать честная, а. Ну, неудобно же. Ну как, готовы, товарищи бойцы? Готовы. Становись. Равняйсь. Смирно. Нари, бей.
Али, вот, вперед, шага, марш. Полегчало бы, а вместо этого приходится улыбку прилаживать. Боец Горыч, а ну как рякни три раза. Зачем? Для проверки боевой готовности. Забыла, как учил? Нет, не забыла. Давай, давай, давай. Случилось что-то, рякнул что-то? Если бы случилось, вас уже бы на том свете архангелы бы встречали. Умаялись? Еще чего. Ну вот и хорошо. Тогда докладайте то, что в пути заметил. Начнем по порядку. Младший сержант Асянина. На моем пути, товарищ старшина, ветка сломана была. Молодец. Верно. Замыкающий. Боец Камельков. Ничего не заметил, товарищ старшина. Все в порядке. Все в порядке. Все в порядке. Кустов бросает сбито. Справа от дороги еще держится, а слева сбито. Молодец, верно. Во глаз Бричкина. А еще было на дороге два следа от немецкого резинового ботинка, что ихние десантники носят. Ежели по носкам судить, кружат они вокруг болота. Ну и пусть себе кружат. Потому что это болото мы с вами возьмем напрямки. Теперь нужно осторожным быть. Я первым пойду, а вы гуртом за мной. Тут слева и справа трясина. Мамань позвать не успеете. Поэтому каждый, прежде чем ногой в болото ступить, пусть слепой сначала прыгу попробует, а потом уж ногой ступает. Ясно выражают? Вопросы есть? Есть, товарищ старшина. Задавайте, боец Камельков. А что такое слега? Это что, слега что ли? Там нет. Что у вас в руках? Боец Камелькова.
вот эта турбина, она слега есть. Теперь ясно? Ну, теперь прояснилось. Даль. Какая еще даль? А это товарищ старшина, кумер такой, ну типа разговорника. Евгения, прекрати. Правильно, Осянина. Маршрут опасный, сейчас не до шуток. Кого силы много? Чего? Боец Гречкин, взять весь мешок за переводчика. Не надо, зачем? Я сама. А затем, что не спрашивают. Боец ли никто? Да. Взять весь мешок у бойца четвертак. Есть! Давайте на плачок отдаем сумочку. Отставить, разговорчики! Делать, что велят. Вечное оружие каждый понесет сам. Не щебетай, не щебетай. Щебет военному человеку штык в печенку. Здесь справа и слева трясины. Мамань позвать не успеете. Значит так. Порядок движения такой. Я головной. Со мной боец Гурвич. За ней Бричкина. Дальше боец Камелькова. За ней четвертак и замыкающий младший сержант Осянин. Вопросы? А глубоко тут? А правильно, четвертачок интересуется. При росте не трогать. Ну, здесь местами будет по это самое. В общем, по пояс вам будет. Винтовки берегите. Ну, внимание, приготовились. Готовы? Ну, пошли. Товарищ старшина! Товарищ старшина! Фу ты, леший, не стоять, не стоять, засосет! Нашла? Галка, держись! Куда? Да я помочь! Стоять! Нашла сапог? Нет, вниз тянет! Галка, я теперь не сапога, а товарищ старшина! Вперед, вперед, товарищи бойцы! Не отставать! Как вы не испугались, панику не ударились. Паника в трясине смерть. Спокойно, спокойно, товарищи бойцы! Уже немного осталось. Вот здесь вот и передохнем. Ну что? Устали? Устали. Еще чего. Ну вот и хорошо. Отдыхайте покуда. Еще немного осталось. Вот. До той сухой березки добредем. И шабаш. Товарищ старшина, нам бы помыться. А вот там протока чистая и берег песчаный. Хоть купайтесь. А я борчанку Балуту подарила. Ой. Что такое? Палец посинел. Гангрена будет, Риточка, да? Какая гангрена, Галка? Ты сильнее, никакой гангрены не будет. Поедь сюда. Мы тебе чуму соорудим, а только не здесь, а там, за болотом, потерпим. Потерпим? Ай, растрепа ты, Галка. Ты бы пальцы вверх подгибала, когда ногу вытаскиваешь. А я подгибала, он все равно снялся. Холодно, девочки. Смеются. Это хорошо. Главное, чтоб не расхворались. То вода, лед. Ну, нажмем, товарищи бойцы, нажмем. Мыться, греться будем на том бережку. Ну, вперед! Приготовились! А пиявки тут есть? Да никого тут нет. Мертвое место, погибельное. Не пужайтесь, это газ болотный выходит. Потревожили мы его. Старики бают аккуратно в таких местах. Хозяин живет.
Решат, значит. Но сказки, ясное дело. Ну, товарищи бойцы, приготовились. Не стоять, не стоять. А то засосет. Разрешите, Рухуварий, товарищ старшина. Разрешаю.